Всем привет, с вами Дима Мэйр, и сегодня мы распакуем вот такие 4 посылки для автомобиля с AliExpress. Ну давайте начнем по порядку. Откроем первый заказ. И в первом заказике нам пришел вот такой латунный быстросъемный переходник для накачки шин. Цена на просторах AliExpress около 97 рублей. Имеет диаметр внутреннего отверстия 8 мм и подходит под стандартный автомобильный ниппель. Во многих автомобильных компрессорах у нас идет резьбовое соединение с ниппелью, и это не всегда удобно. То есть долго мы накручиваем на ниппель, долго откручиваем, при этом теряется воздух. И вот такой адаптер решает данную проблему. Есть резьба, подсоединили к насосу, и с помощью переходничка теперь подключить насос, отключить от автомобильной ниппели у нас будет занимать менее 1 секунды. Одели на ниппель, сняли. Очень удобная и нужная штука. Но идем дальше. Открываем второй заказик. Во втором заказике нам пришли вот такие автомобильные клипсы. Здесь 20 штук, цена около 108 рублей. Заказывал я для автомобиля Chevrolet Cruze, но должны подойти для всех автомобилей марки GM. Выполнены они из пластмассы, с ними многие сталкивались в автомобиле. На таких клипсах крепятся бампер, брызговики, обшивки багажника и так далее. Смысл здесь простой, вставили в отверстие и зафиксировали. Нужная штучка, а на AliExpress они стоят недорого. Откроем третий заказик. В третьем заказе у нас пришли уплотнительные кольца из силикона. Вот так они выглядят поближе, толщина их 2 мм, диаметры можно заказать от 8 до 65 мм. Соответственно, цены будут от 45 рублей до 154 рублей за 10 штук. Уплотнительное кольцо из силикона не пропускает воду. Продавец указывает, что оно выдерживает температурные нагрузки от минус 35 градусов по Цельсию до плюс 200 градусов по Цельсию. Также оно маслобензостойкое. Тоже нужная штучка, и можно подобрать любой размер. Ну и откроем последний, четвертый заказ. Ну и в последнем заказике нам пришел вот такой классный набор для сборки-разборки автомобиля. Включает он в себя 4 пластиковые лопаточки и одно металлическое приспособление для снятия автомобильных клипс. Стоимость данного набора 278 рублей, но можно заказать все по отдельности. Цены будут от 109 до 320 рублей, в зависимости, что вы закажете. Можно заказать отдельно 4 пластиковые лопатки или одно устройство для снятия автомобильных клипс. Можно заказать, как я, полностью комплектом. Очень нужный набор для тех, кто сам любит ремонтировать свой автомобиль. 4 пластиковые лопаточки различной формы помогут вам легко и без повреждений снять и установить автомобильную магнитолу. А также при демонтаже и монтаже автомобильных панелей, например, под перетяжку, и под переклейку, не боясь их поцарапать. Металлическая же лопатка позволит легко снять автомобильные клипсы. Как раз мы их показывали ранее. Вот она, автомобильная клипса. Поддеваем лопаточкой и снимаем. Все легко и просто. Действительно классный и нужный набор любому автомобилисту. Ну вот мы и рассмотрели наши заказики для автомобиля. Все очень нужное, все полезное. Ссылочки на данный товар я оставлю под описанием к видео. Если вам что-то понравилось, скорее заказывайте. Ну а также не забываем ставить лайк за обзорчик, подписываться на мой канал. С вами был Дима Мэйр. До новых встреч!